болельщиков, что приходили на матчи, не ленились. По телевизору все могут посмотреть, а вот на матчах редко. Даже когда все уже счет очень большой, они не уходили, а оставались и смотрели до конца. Если они расходятся, команда не верит в себя. Хочется от болельщиков больше громкости, когда идут матчи. Что-то такого необычного. Чтобы вот игроки вот понимали, что они вот самые вот сильные вот на поле.